В том, что действительно эти социальные сети, Инстаграм в первую очередь, и не только Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, любая социальная сеть, где ты выкладываешь себя и предъявляешь себя, презентуешь самого себя, все это приводит к развитию такого демонстративного склада личности. Иногда это бывает даже расстройства демонстративные. Человек постоянно себя предъявляет, и он себя чувствует существующим только в связи с тем одобрением, которое он получает в социальной сети. Мало всего прочего, все те события, которые с ним происходят в жизни, они для него становятся действительно осязаемыми, то есть он их ощущает как события только в случае, если он может разместить. Поэтому, да, мы можем говорить о том, что проблема 21 века – это постепенное нарциссическое расстройство всего общества.